Ведь нужно иметь снисхождение к невежным. К тому же, я почти баронесса, и порядочные люди это знают. Да, сеньора баронесса. Я не стопроцентная баронесса, но до нее мне осталось не так уж и много, не так ли? Да, сеньора баронесса, и порядочные люди не замечают этого. Затопи печку, нужно просушить одежду. И поставь на место метлу. Теперь целый год можно не думать об этом с крыши на крышу. К тому же, с таком сильным ветром. Хорошенькое дельце летать на метле. Это еще в наше время, когда изобрели самолеты. Я уже устала от всего этого. Тереза, приготовь мне кружку с цветочным отваром. Сию минуту. Немножко она ленива. Знает толк общения с сеньорами моего круга. Я пообещаю, что повышу ей зарплату. На самом деле, я ничего ей не повышу. И так денег не хватает. Так я и знала. Я рискую заболеть воспалением легких, вынося свои товары. Эх, представьте себе, не хочет деревянную сабу, подавая ему пистолет. А знает ли он, что пистолет стоит на 1000 лир дороже? Этот, представьте себе, хотел аэроплан. Тереза, отвар готов? Готов, сеньора баронесса. Приготовь ключи от склада и свечу. Но, сеньора баронесса, вы хотите работать даже сегодня, в день вашего праздника? Ночь феи уже прошла. Да, но до следующей новогодней ночи осталось всего лишь 365 дней. Было бы хуже, если бы она больше не билась. Сеньора баронесса, у меня болят ноги. Это ничего, моя дорогая. Оставь ее на кухне, пусть отдохнут. Тем более, что ногами ничего носить не нужно. Я не крала его у тебя, моя дорогая. Заплатить за поезд. К тому же,
Я пошлифовала моего секретаря. Взять деньги за прошлые товары. Взять шапку, взятую 2 года тому назад. И за юлу, взятую 1 год тому назад. Не кажется ли тебе, что я права? Да, сеньора, вы правы. Я просто думала, что вы забыли мой адрес. Нет, напротив, вот он тут у меня записан. Очень взволнована. Что? Я? Объясните мне, пожалуйста, что значит взволнован? Это когда человек хочет плакать, но стыдится этого. Замолчи ты, старый петух! Не то я спущусь вниз и ощиплю тебя, как рождественского индюка. Ах! Сеньора, слушайте все, что кнопка говорит. Пес всегда молчит. Это значит, что он много думает. А кто много думает, может говорить мудрые вещи. Мне кажется, этот мальчик Франческо ничего не получит от феи. Не думаю, его мать сюда больше не приходила, и писем она больше не оставляла. Я всегда слежу за почтой. Ну вот, мне тоже так кажется. Но по правде сказать, я бы не хотела попасть никакому другому мальчику. Я тоже. Мы тоже. А что вы скажете, если мы преподнесем ему сюрприз? Ха-ха-ха, сюрприз. Какой же? Мы знаем его имя, мы знаем его адрес. Почему бы нам всем вместе не отправиться к нему в гости? Кому? Франческо. Однако мы знаем адрес, но мы не знаем дороги. Я могу отыскать дорогу чутьем. А я умею читать земля и говорить, чтобы всем идти к Франческо. Но как мы выберемся отсюда? Вы помните склад? Вы помните ворох пустых коробок? И вот, я была там и обнаружила дырку в стене. По ту сторону стены есть лесенка, которая ведет на улицу. И откуда ты это все знаешь? У нас собак есть один недостаток – везде совать свой нос. Но иногда этот недостаток бывает полезным. Тогда вперед! К Франческо! Потому что надеюсь увидеть вас.
Я пишу это письмо, потому что боюсь заснуть. Когда вы прилетите, я вам хочу рассказать, какую игрушку я очень хочу. Пожалуйста, не откажите мне, ведь я хорошая девочка. А иначе, зачем мне быть хорошей девочкой? Ваша Паула. Тысяча косых китов. Мне кажется, что наша старая хозяйка была несправедлива. Вот ребенок, который по ее вине может стать плохим. Нужно что-то сделать. Требуется доброволец. Так вот, по правде сказать, слишком длительные путешествия я не люблю. И я уже устала бродить по свету и хотела бы отдохнуть. Не смотрите так на меня, а то я превращусь в красного медведя. Так вот, не кажется ли вам, что на этой кроватке я могла бы отлично подремать в ожидании рассвета, а вы будете в такой холод искать Франческо? Хорошо, оставайся здесь. Дети и медведи живут дружно. Хотя бы в одном они схожи. Они всегда любят играть. Бесплатно. Вот.
много Франческо. Она здесь есть? Нет, тут много других Франческо. Анна, Мария, Джузеппе. Все эти дети не получат подарков от феи. Кто знает, может быть, правильно я говорю? Да, я поняла, что вы хотите этим сказать. Если мы не найдем нашего Франческо, мы можем осчастливить других детей. Что скажете на это серебряное перо? Как много Франческо. Я не пойду с вами. Я хочу отыскать Франческо. Но ведь их так много! Но все же я хочу отыскать нашего. До свидания. Сеньора, по вагонам! Значит, договорились. Да? Ты приступишь к работе.
собакам, что они умирают на могилах своих хозяев. Разомну-ка я ноги. Странно. Мне кажется, что мой хвост стал больше, хотя в лавке феи я не подросла ни на 1 сантиметр. Фёсель, откуда ты взялся? Может быть, это мой подарок на Новый год? Может быть, мне его подарила фея? Кнопка, перестал быть игрушкой с папье-маше и тряпкой. Он чувствовал, как в его груди бьется настоящее живое сердце. Он не был таким холодным и безразличным, как обычная игрушка, а был теплый и дрожал, как настоящая живая птица. Мы будем друзьями и не расстанемся никогда. Радай. Аплодисменты. Благодарим за внимание. Подходите к нам.